Ночью, лежа на соломенной циновке, я долго думал, почему я не испытываю никаких угрызений совести, убивая зверей для забавы, и почему моя кровная связь с миром только крепнет от этих убийств. А ночью мне приснилось, что за участие в каком-то абиссинском дворцовом перевороте мне отрубили голову, и я, истекая кровью, аплодирую умению палача и радуюсь, как это все просто, хорошо и совсем не больно. Николай Гумилев, «Африканская охота». Thank you.